Каждую ночь на Красной площади Чебоксар настраивают систему управления светомузыкальным фонтаном. Он станет неотъемлемой частью обновленного общественного пространства на заливе. Эти кадры из инстаграма подрядной организации «Дорис». Проектная высота фонтана 4 метра. Он может воспроизводить несколько мелодий – классические, современные и национальные. За них голосовали чебоксарцы на портале «Открытый город». В целом реконструкция Красной площади идет по графику. Строители уже завершили укладку инженерных сетей, гранитной плитки и высаживают зеленые насаждения. На детской площадке монтируют игровой комплекс и инклюзивное оборудование. Эти работы планируют завершить через 2 недели.